Жители дома 10Г по улице Зеленой занимаются благоустройством своего двора. Товарищество собственников жилья «Гермес» стало одним из финалистов городского конкурса «Мой дом 2011». 30 апреля жильцы дома воплотили в жизнь свой план благоустройства. Мы приняли участие в конкурсе «Мой дом 2011» и очень благодарны этому конкурсу, потому что нам поставили кустарники, деревья, которые мы сегодня сажаем, благодаря всем жителям. Все очень довольны, у нас вообще очень дружный дом, так что все с радостью приняли приглашение участвовать. Поработать вышли несколько десятков жителей от мала до велика. Одни убирали прилегающую территорию, другие сажали кусты шиповника, кизильника и рябины. Саженцы для посадки привезли сотрудники комбината благоустройства. У нас сегодня здесь субботник, и мы здесь поливаем, садим, сажаем кустарники, деревья и все такое. Ага, а для чего вы это делаете? Чтобы у нас было красиво, чисто. В результате двухчасового совместного труда вокруг дома появились многочисленные зеленые насаждения. Территория была очищена от упавших веток, мусора и прошлогодней листвы. Скажите, как настроение у вас сегодня? Здрасте, отличное, бодрое. Стараемся чистоту наводить возле своего дома. Очень приятно. В этом году финалистами конкурса «Мой дом 2011» стали 12 дворов. В ближайшие несколько месяцев они будут благоустроены совместными силами жителей и муниципалитета. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».